Сегодня хотел бы снова сделать обзор вот на такое вот устройство USB цветной с цветным дисплеем тестер. Вот. Пришел он в такой вот коробочке. Ну, естественно, он был упакован в желтую упаковку, в желтую пупырку. Вот видите, он запакован так вакуумно. Сейчас вот я ее открою и покажу, что там находится внутри. Коробочка вот эта вот имеет такое вот окошко. Она, кстати, очень легкая. Я думаю, что она будет немножко потяжелее. Вот как мы видим, здесь все так написано, все, что необходимо. Даже есть какое-то вот приложение. А, да, есть приложение, но это для устройства, в котором есть Bluetooth. Я заказывал без Bluetooth, потому что там с Bluetooth какая-то переплата такая нехилая была. Сейчас открою. Вот, устройство распаковано, вот так вот оно выглядит. Вот это вот непонятно здесь, то ли пленка, то ли оно уже само такое. Вот эта вот карточка была закрыта, картонная. Тут QR-код считываем и потом скачиваем в интернете. Сейчас я его включу, чтобы показать. Я думаю, наверное, ничего больше не будет внутри. Она очень такая легенькая штучка. Это странно, почему-то здесь вот все контакты оголены за такую сумму. Как-то немножко странно. Вот я взял тут свое зарядное устройство. Здесь у него есть USB порт. Сейчас туда воткну и посмотрим, что же она будет показывать. Все, устройство включено, оно заработало. Вот тут вот есть такие вот кнопочки сбоку, нажимает, нажимать можно, они с четырех сторон находятся. Вот, ну, экранчик, конечно, он что-то вот загудел, писк какой-то такой специфический, показывает температуру, вот она колеблется здесь. Ну, необходима нагрузка для того, чтобы это устройство заработало. Мне, к сожалению, подключить даже нечего, чтобы показать. Вот. Ну, экран, конечно, не сильно яркий. Я думал, что он будет как-то поярче. Вот. Ну, не знаю, буду я доволен этой покупкой или нет, или будет у меня сожаление. Но вот хотел такой вот небольшой видеообзор сделать, показать. Вот тут USB порт, здесь вот есть mini USB, воткнуть можно только с одной стороны, и вот кнопочки. Странно, почему они это все в корпус такой не облекли. Вот оно выключилось, наверное, из-за того, что не пользовался им, наверное. Ну, в режиме ожидания оно, ну да, в режиме ожидания оно становится вот таким вот. Так что всем спасибо за просмотр, буду пользоваться, потом кому интересно, можете задать вопросы, всем отвечу. Всем спасибо за просмотр.